Здравия желаю, детишки! Здравия! Будущие сотрудники, прям по голосу чувствуется. Сегодня в окружном МВД шумно. В гости к сотрудникам полиции пришли воспитанники летнего лагеря, действующего на базе Центра дополнительного образования. Программа ребят ждала насыщенная. В музее детям рассказали об истории советской и российской милиции и об основных задачах, которые призван выполнять полицейский. Читать можете? Милиция, слуга народа. Видно, значит. В отделе криминалистики школьникам наглядно показали, как полицейские раскрывают преступления и ловят злоумышленников. Преступника задержали, его пальчики так откатали, краски специально, и сравнили эти пальчики с этими, и все, и установили преступника. Юра Филатов на экскурсии в полиции уже не в первый раз. Еще в прошлом году мальчик решил, чем будет заниматься в жизни. Сегодня его желание только укрепилось. В будущем я хочу стать, когда я вырасту, полицейским. Потому что я буду ловить преступников, и потом обо мне будут показывать по телевизору, как я поймал преступников. Экскурсия проходила в рамках образовательно-игрового проекта лагеря «Мир профессий». Дети не только в теории, но и на практике узнали, кто такие полицейские и что они делают на благо нашего общества. Если бы не было полицейских, все друг друга воровали, убивали. Везде был бы хаос, и все бы делали, что они захотели. Мира бы не было, потому что полицейские защищают нашу родину и... И бы преступники захватили наш город. В конце программы детей ждал приятный сюрприз. Настоящие кинологи показали, как работают их четвероногие напарники. Ребятам предложили спрятать муляж взрывчатого вещества, который служебные собаки нашли без труда. После показательных оперативно-розыскных мероприятий все вместе дружно поиграли в мяч. Молодец. Так, очень. После этих экскурсий у нас еще один из направлений – это профориентация детей. Соответственно, уже начинаем, естественно, с младшего поколения, чтобы потом уже достойно воспитать сотрудников органов внутренних дел, которые проходили бы службу в нашем районе. Довольными остались не только дети. Педагоги с не меньшим интересом слушали о работе сотрудников полиции и получили массу приятных впечатлений. Это было очень интересно. Это мой первый опыт. Я имею в виду, что я такое видел только в кино, как собака ищет какой-либо предмет. И сегодня у меня появилась возможность увидеть, как это все происходит в жизни. Полина Толмачева, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».